У нас сегодня понедельник. Всем привет. Мы вышли прогуляться. Сейчас вам покажу немножко деревни. Получается, это деревня, где живет сейчас моя свекровь. Город недалеко, но тоже все на машине. Деревня небольшая. И обязательно видите церковь с мемориальной доской. Повсюду собаки. Вот, ничего тут такого интересного сильно нету. Мы идем прогуляться. Там есть небольшой пруд. Тоже не пруд, как, наверное, речушка. Вот, покормим. Вчера мы там видели этих ослов, овечек всяких, коров. И вчера у нас в горах, так как горы очень близко, сейчас вам покажу, немножко выйдем от домов. Очень сильный снег шел, практически метель. И так чувствуется сегодня, знаете, такой морозный, прям холод. И вот температура плюсовая, где-то 6 градусов. Ну такая вот свежесть морозная. Не холод даже, а свежесть. Юлиан, галоп, 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 галоп. Чат, твоуси. Какие тут домики, немножечко друг на дружке. Вази, ян кохен фарш. Ит, Миланчик, он вопали, Луан. Поскиль плють, ва. Дон можа, отживы пухты. Атансион тон готовь, ва тумбей. Есть кладбище прямо вот здесь, деревня. Она совсем небольшая. Дома довольно большие, но, как я уже сказала, как-то они слишком уж друг на дружке. Не так, как у нас там в Нормандии, что земля, земля, земля. И соседи на приличном расстоянии друг от друга находятся. Тут какой-то вообще очень большой дом. Дома, в принципе, большие, но земли нет. Даже не знаю, чем здесь люди занимаются. Наверное, многие фермерством. Очень любят здесь дома, заборы, видите, строить из камней. Это очень затратно и стоит дорого, но выглядит красиво. Смотрите, какой у нас вид из окна открывается. Сейчас приближу. Шел снег в горах. Видите, все в снегу. Зум у этой камеры, конечно, невероятный. Только проснулись после обеда. Моя свекровь любит спать, как принцесса на горошине. Сейчас покажу вам, что имею в виду. Смотрите. У нее есть такой один... Сейчас надо поднять. Миланочка, смотри, аккуратно, не упади. С этой стороны сейчас покажу вам. Смотрите, один такой большой, широкий матрас. Очень удобный. Ну, просто вообще здесь спать, конечно, невероятно удобно на этой кровати. И еще такой вот на матрасник. То есть она говорит, я люблю, чтобы... Было так вот, прямо аж как в старые времена, чтобы так кровать находилась на высоте. Пошли, Миланчик, на улицу. Пойдем? Thank you.
Ça a été ici, ouais, faut pas que ce soit trop liquide. Oui, c'est bon. Et de la farine, vous rajoutez jamais, non? Тут видите, сколько у нее еще закаток. Опять грибы, варенье. Так, ну это не ее, макарон. Это вот я спрошу у нее рецепт той самой, как бы, как тушенки. Здесь еще есть фуагра, она делает, тоже как в таком консервированном виде. А здесь она покупает утку, и видите, прямо такие куски утки, они уже готовы, их потом надо только разогреть, снять, конечно, весь вот этот жир. И она очень вкусная. Вот у нее сколько там. Очень, знаете, удобно брать такую банку. Например, вот как мы при переезде, нету, допустим, кухни, нет возможности приготовить, то я просто брала, открывала там такую банку с курицей, и по-быстрому там либо с макарончиками, либо с чем-то еще, очень удобно. И здесь у нее уже грибочки, это, наверное, какие-то они как обжаренные, видите, тоже там в картошку добавлять. Здесь белые, вот какие красивые, лечо. Это фасоль спаржевая. Очень люблю вот эти помидорки у нее вяленые, очень вкусно. Перцы, а нет, это перцы покупные. Вот так. Здесь у нее что? Помидоры тоже. Видите, какое-то мясо. Это уже не утка. И еще буквально вчера вот она делала сироп. Сироп из агавы. Сама там настаивала, потом варила долго, перетирала. И вот он получился такого цвета, желтенького. И он должен простоять в такие бутылки. Видите, она разлила где-то недели две. Потом он станет темного цвета, темного такого желтого, густым. И вот для того, чтобы, когда вы пьете воду, немножечко ее подсластить, добавить вкуса, просто добавляете там несколько капелек такого сиропа, и получается очень вкусно, натурально и полезно. Я с собой возьму такую бутылочку, она мне уже пообещала. Мы приехали покататься на лошадках, но, возможно, уже слишком поздно. Сейчас 5 часов вечера. Сейчас посмотрим, дадут нам какую-нибудь лошадь или пони. Потому что вот эта девочка, которая сейчас с нами, дочка брата моего мужа, она занимается верховой ездой, то есть она делает это очень хорошо. Мы приехали сейчас в парк, в котором мы были в том году, покататься на паровозике. Смотрите, белки носятся просто как сумасшедшие. Их тут столько. Погода сегодня замечательная, поэтому мы наслаждаемся и гуляем. А, мину, сова, сова. Бауи, все, рисун же. Ио, юпи! Bonjour! Ha ha! Comme elle court!